раз дорога, два дорога. И здесь раз и два. Вот, допустим, это второстепенно. Вот, вот у нас. Покажи. Вот это. Вот. Я сейчас для этого нет следов. Короче, проверил. Спиралью, все проходим, ищем ящики. В этом куда. Сицовуху, проверка связи, прием. Прием уверенный. Находимся на квадрате. Осуществляем поиск ящиков. Я хочу выиграть, но не все так просто. Не знаю. Хочется, чтобы было легко, а вот сейчас мы находимся на точке, и у меня есть сомнения, но старшей группы не я. И у меня есть сомнения, но они ничем не подкреплены. Если бы они, ну, мне было что добавить, я бы уже старшему группу сказал, как выйти из ситуации. Но не я старшей группы, это отлично. Я просто тупо слежу, чтобы их просто всех не убили, и все. А где старшая группа? Старшей группы один, я тоже против этой операции, ушел уточнять, цитирую, одну штуку сейчас уточню, если все правильно, то мы не там находимся. Бейнгом, мы не там находимся. Я, как всегда, пришел сразу, это сказал, что это, возможно, не та точка. Ты тоже слышал? Сицансуто. Давайте перекличку. Давайте проще, выходите на дорогу, сейчас тебе будем решать, что делать. Я на дороге, и там, где наших не должно быть, там голоса. Я не могу определить, воет или не воет. Вчера смотрел Фури этот фильм. Брэдом давайте Питом. Смотрите по сторонам. Там настолько много фашистской символики вокруг Брэда Питта, что я подозреваю, что Брэд Питт сам как бы не хочет это все поносить. Ага, все увешано там и в танках, и из автомата он немецкого стреляет. У Михалкова вообще паруса были на тонках. Красные. Да. Чего ж там говорить? Ну, карты нет. Про бедного Брэда Питта. Так хорошо ни за что не отвечать, потому что не я старшей группы. Будет весело. Непонятное, Г или Д у него, так, дикция мужик, не очень я хорошая. Не могу понять, почему у тебя проблема с картой. Мне абсолютно похуй на стороны света. И я смотрю на местность. Цурюк мне биты. Отличная игра, отличный полигон, очень нравится, хочется победить. Ждем вот приказа от нашего командира, он пока принимает решение. Сид, ты откуда пришел, ты знаешь? Я пришел оттуда. Оттуда? Да. А ты туда как попал, так? Какое отношение к миссии, к следующей сейчас, это имеет? Сейчас, подожди, я тебе сейчас объясню. Объясни, какое вот, это... Ты мне ответь на мой вопрос, мы пришли снизу. Мы пришли оттуда. Да, сейчас. И что? А туда мы пришли оттуда. Нет. Логично? Да зачем это, блядь? Вот текущие координаты. Зачем тебе знать, где мы ходили? Фу, блядь, Сид. Как зачем, блядь? Потому что у нас неправильно ориентирована карта, понимаешь, вот здесь. Тебе эти 8 раз, когда я тебе сказал, что мы неправильно идем, тебя не смутили это? Если мы сейчас пойдем туда, туда, то мы, по-твоему, выйдем на D5. Правильно? И вот этот лесок, по-твоему, оттуда, откуда мы пришли. Правильно? Да. Хорошо. Все, пошли. Пошли? Че, ты же ведь тут орал, что ты сориентировал карту, все охуенно у тебя. Пошли.
себе оставить? Пока оставь. Вот так мы и воюем. Мы сейчас время теряем, это Ешка. И ты только что мне все настройки сбил. Так ты когда повернул и сбил? Сетка пошла. Ладно, пошлите так. Сюда. По дороге. Так она и тут есть. Я думаю, здесь классное место для засады. Перекличка, все живы? Да. Я контуженный. Так, контуженный. Полещами его надавай. Группа 2, группе 1. А у нас огневой контакт. Один контуженный. Прием. Приняли. Приняли, старайтесь не рисковать. Подавляйте, отступайте, если что. Нам нужна живая группа в первую очередь. Все, я уже, все нормально. Go!